Ну, ребят, всем привет. С вами Зверько и Старый Дед. А, Вудский Дед. Слышите, Старый Дед? Да, удачное начало стрима. Все так понятно. Это, вопрос насчет зверя и музыки. Мы будем делать совместный альбом, поэтому нет. Смотрите, насчет звучания. Поэтому я предлагаю эмблемы стрелка со вторым перком, который даст ускорение после первой же атаки с руки. Дополнительный перк. Дополнительный навык. Тоже зависит от твоей тактики. А дед, у тебя такой интимный вопрос, какая задержка? Зверько плохо слышно. У меня задержка нормальная такая, ну прям, то есть... Минималка, да? Нет, добавь... нет, прям километровая. У меня, кстати, реально там минута, наверное, если не больше. Да не минута, но где-то секунд 30, наверное. Мур, привет, друг. Это Зверько и пробный выпуск... Багульня. Ребят, давай, ну все, типа, давай, как репетировали, что типа я Зверько, там канал, подписывайтесь, давай, что там, говори что-нибудь. Нет, не так, давай связанную речь, пожалуйста. А другой камеры, к сожалению, нет. Зверь просто там сидит, но он не хочет показываться, поэтому извините. У меня очень старая страшная вебка из... Старое страшное лицо. Да, и он опять, и он опять показывает. Будет... А, подожди, у меня это футболка неглаженная, по-моему, так что зачем я себя на весь экран сделал? У меня адреналинчик. Арашек. Арашек, адреналинчик. Ты пьешь адреналины? Серьезно? Ну вот, надо как-то себя разбудить к вечеру хотя бы, чтобы нормально разговаривать. Покажи зверька, пока он не заметил. Так, ну что, давай хотя бы геймплей какой-нибудь запустим в обычке. А мы что, вместе будем играть, да? Нет, ты один. В смысле? Ну вот так. Ой, слушай, я что-то заговорился с тобой, забыл, кстати, вообще подготовить. Кого? Подготовиться к трансляции, да. Людей. Отличный план. В игру не заходи. Что? Мозгов. Своей пассивкой, которая задевает вторичный... Мозгов. Своей пассивкой, которая задевает... вторичные, блядь, цели. С другой стороны, можно набрать модеров, и они за место найтбота будут все блочить. А, сейчас на трансляцию набрать модеров? Да нет. Ну, так, проехали, это была шутка. А, это была шутка! Да. Ребята, смеяться шутки, после слова лопата. Я просто, блин, да. Я просто, видишь, иногда не выкупаю твоего юмора Джимми Карра, который там уровень просто другой. Блин, у меня просто про попы, понимаешь, я там про попы и про писюны шучу постоянно, и поэтому, конечно же, куда мне до такого уровня, как у тебя. Ладно, я шуткую, конечно, ребята, я люблю по правде зверя, мы скоро поженимся. Нет, конечно же, нет, он не в моем вкусе. Так, в смысле, ты кольцо мне подарил? Ой, извините, пожалуйста. Ну, понимаешь, так вот бывает. А, черт, это не тот аккаунт. Ну, ладно. В принципе, ничего страшного. Видите трансляцию? Сколько нас смотрит? Много человек? Может быть, запустить в группу? Я вот думаю. Я у тебя спрашиваю. 420 на данный момент. 420 человек? Ничего себе. Мы еще даже игру не запустили. Вот это популярность. О, а мне уже в рекомендованных, кстати, стрим высветился. Немножечко бабосиков. Я думал, ты игру запускаешь. Произошел взлом жопы. Так, не понял. А откуда звук? Погоди. А почему... Мне почему-то донат пришел, погоди. Здесь не должно быть донатов. Какого? Подожди. Слышь, дерево на твоих. А откуда, подожди, у меня донат? Я же все отключил прям вообще. Он тебе может еще старый донат, пока офлайновые только сейчас начали пищать. Да нет, вроде не должно. С хорошей новости. У Фанни исправили баг. Теперь она продолжает поражать всех на своем пути. Здоровенными клинками и непонятными движениями. Фанни-лёты, возрадуйтесь. Фанни-лёты, возрадуйтесь. Фанни-лёты, возрадуйтесь. В предметах. Так, нет, ну ай, пиздунь. С этими фанни-лётами. Все ML будут праздновать. Как это настроить? Почему я не подумал про это сразу же? А ты в ОБС-ке просто отключи уведомления. Так я отключил. В этом-то и проблема, понимаешь?
А, она, может, тебе в ОБС отобразилась, потому что я на стриме не видел сообщение. Ладно, неважно, короче. В принципе... Не, нормально, что, подготовка как подготовка. Да. 60-я минута. Не, как бы это, да. Вот уже. Подготовка стрима во время стрима. Это у нас постоянно такая штука. I'm sorry. Всем привет, Вудский Зверь. Здрасте, как вам одето? Как тебе одето, Зверь, скажи? Ну, одето в плане на М1. Это отчаянный шаг. Не, вообще. Ну, почему я вообще предлагаю по порядку начать еще с, это, с первых боев, если уж обсуждать, да, как это. А, ты уже все, ты, я смотрю, Зверь вообще на своей волне, вот ему что не скажешь, он такой, типа, у меня сценарий, дед, извини, я как бы уже написал, так что импровизоваться я не умею, вот. Ну, опять, новые слова ты записывай, если что, потому что импровизоваться это... Импровизоваться, да. Ты потом, я тебе значения все в ВКонтакте скину. Да я догадаюсь, что там, где они незамысловатые. То есть ты меня обосрал сейчас, да, вот так? Я понял, нет, я понял. Тебя ты ранг запустил, что ли? Да, кого банить, скажи мне? Кого забанить? Всех бань. Всех банькает. И ритейли, я не знаю. Да ты офигел, что ли? Какая ритейли? А почему? Подожди, ты не мифик, что ли? Я эпик. Да нет, это другой аккаунт просто. Я с него сейчас на нем разомнусь и пойду. Алдос. 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 Алдос, этот Ван Панч. Ну, начнем с эбосов. Ты так переходишь вообще классно. Давай хоть это, ну, нормально, что? Давай. Ну, я не знаю. Что... Ласковый медленный переход. Конечно же, естественно. Здравствуйте, ребята. Боже. Ладно, давай. Что? Давай просто поговорим. Зачем нам этот турнир? Ладно, шучу, конечно. О, у меня Зилунга взяли, если что. Мне тут сейчас будет тоже бомбить. Ну ладно, давай потредим на что-то вообще отдельно. О, в смысле, про М1. О, с индонезами, с эвосами. С индонезами? Национализм забанят. Ну не меня, это канал. Ну и чё, Хека, так? Ну, он же хорошо отыграл с эвосами. На старте все показали... достойную игру, потому что... Ты чё, по листочку реально читаешь, что ли? Нет. Вот эти отрывки, потому что у меня нет сценария. У меня есть только общий план. Боже, просто запустил стрим со старым дедом каким-то вообще. Ты как так? Ну, ладно. Что как? Так, ну ладно, давай твое мнение. Ладно, ладно, да я шучу, Зверь, конечно же. А, ну ладно, блин, погоди. Сейчас я тогда должен собраться. Ты потерялся, что ли? Ты че? Да... Я поплыл. А, ну... Почему? Ты че? Слушай, ну как махать мечом, знаешь, типа, ты нормально, как бы. Вот в голову попадаешь мечом. А тут это как поговорить по душам, так ты сразу... Дед, походу, ЧСВшит на Зверя. Ну да, я пытаюсь его забить своей... Вздохновение, блядь. Остается возмездие, вдохновение и вспышка. Там такие же парни подготовленные, некоторые более даже подготовленные. Те же японцы, простите. Они подготавливались. Зверь, тебя сейчас забанят просто вообще. Сейчас там тебе накидают, не защиту, в смысле, ну ты, короче, понял, куда накидают тебе. Вот, и страйков там на твой канал. Так вот, у них гораздо более плотная и четкая подготовка. И что, ну могло что-то измениться, если бы взяли... Ой, зайчка, иди сюда ко мне. Дай поцелую тебя. Я извини. Нет, конечно. Что-то не напряглось. Да ты меня еще мечом ударишь. Да нет, тут я просто за хан загоняюсь и... Так, дед, какое КПД было у зверька в танках? А, я не знаю. Прикольно, что у тебя спрашивают, какое было КПД у меня в танках. Может, там обратились дед зверько? Нет, дед, запятая, какое было. А, ну тогда да. Может, они думают, что я как бы, ну... Блин, я же забыл, у меня сборка здесь плохая. Ой-ой-ой-ой, я не настроил на ГСН сборку, прикинь.
шла 10-я минута боя, Вудский обратил внимание на сборку. Да я постоянно, ну, как бы на нее обращаю внимание и думаю, так, стоп, у меня что-то не так, ну, это же не мой аккаунт. А она ее у себя вместо этого отнимает. Сообщу разработчикам чуть позже. Первый навык. Базовый урон. Отправлю разработчикам... Блядь, да, хуй с ним. Ну да. Так, ладно, ну, сейчас. Погоди секундочку, тут это хейтер смешной. А, говорит, у меня голос писклявый. Серьезно? У тебя это писклявый голос? Низкий голос, чтобы ему нравился, да? Кстати, давай, ну-ка, ты можешь говорить выразительно? Ты умеешь говорить выразительно? Нет. Давай, это, уроки с Вудским, давай. Давай. Я просто хочу тебе помочь. Угу. Давай, ты понял, как нужно говорить выразительно? Всем здорово! Вот так? Сволочь. Короче, поэтому такое. Давай. Ребята, напишите в чат, что от меня хочет. Я не понимаю. Старый. Докопался до зверя просто. Я просто хочу, чтобы он разговаривал выразительно и очень красиво. Красиво. Было быстро и больно, как укус гремучей змеи. Да, 0,7. Как укус гремучего кота, скорее. Гремучего твоего. Как по мне, зверь крутой стример и человек. Это не мои слова, если что, это с Андрей Плов сказал. Ах ты так, да. Я сразу же переобулся, да. Открестился от этих слов, такой типа, нет, я не согласен.